Первая международная юношеская регата прошла на озере Гарда в Италии. В конце мая этого года в ней принимали участие юниоры России, Италии и Франции. Российская часть регаты состоится в Сочи с 8 по 12 октября. Инициатором проведения юношеских регат выступили Федерации России и Италии. Юношеским сборным необходимо набираться опыта для перехода в олимпийские классы. В Сочи собрались сильнейшие россияне, в том числе Стефания Елфутина, чемпионка мира среди юниоров этого и прошлого годов, Евгения Айвазьян, Екатерина Зюзина. Все они представители Краснодарского края. Гонки будут проходить в следующих классах. Юноши и девушки в одиночном классе яхт «Лазер Адиал», двойка 420, двойка 29 Air Mix, виндсерфинг RSX. По регламенту регаты 2 дня отводятся на гонки флота и 1 день командные гонки. Победителей определят в гонках флота. В каждом классе по итогам командных гонок вручат переходящий кубок. Программа не ограничится только спортивной частью. В каждой стране организована экскурсионная программа для гостей, чтобы и будущие олимпийцы смогли познакомиться с культурой и особенностями страны, хозяйки этапа регаты. Программа регаты в Сочи подразумевает экскурсию по вечернему курорту с посещением горы Ахун. Открытие регаты состоится 9 октября в 10:30 в парусном центре «Югспорт».